Привет, друзья мои хорошие, с вами Спикер, и мы в GTA-шке. Сегодня посмотрим мод, который очень будет круто смотреться в полицейских перестрелках и полицейском патруле. Как могли заметить, у меня очень таких много баннеров, сделал, конечно, под свой стиль. И если у вас есть творческие навыки, можете тоже сделать что-то подобное. И уже в группе моей написать, либо уже ВКонтакте. Хорошо, сегодня мы уже погоняем вот на такой машинке, возьмем уже новый скрипт и давайте посмотрим, что у нас есть. А у нас есть очень много оружия, всякого разного. И у нас есть способность, идеальная способность, чтобы убивать преступников. Ну, к примеру, у нас есть водитель, мы просто помечаем X, нажимаем, он помечается, потом просто нажимаем E, и он отстреливается. Где бы он ни был, мы его отстреливаем. О, ребята приехали. Что за ребята? Нажимаем E, и он отстреливается. Это жесть, слушай, реально круто. Хорошо же, прокатимся чуток. Я хотел сразу же проверить поезд, как это будет делать на поезде, но мне кажется, он не остановится и просто поедет дальше. Там еще ребята появились. Ну, конечно, бессмертие. Секундочку, включим бессмертие, а все включено. Ох, наш поезд уже промчался. Нажимаем замедление временем, помечаем уже. Ну, по идее, уже пометился. Нажимаем ЕМ и отстреливается. Ну, походу, он поехал дальше. Ох, печалька. Хорошо, он поехал дальше, у нас какие-то красные отметки появились. Видимо, ребята нас пытаются как-то убить. Ну-ка, помечаем. Интересно, а на какую дистанцию уже берет этот мод? Это реально круто. Слушай, подъехал еще один. Ну, берем уже УЗИшку. УЗИшку возьмем, помечаем. И чувака просто расстреливаем. Это жесть. Хорошо, прокатимся чуть дальше. Я хотел проверить еще на птицах, еще на военной базе и также в аэропорту. Так что, друзья, все маленько покатаемся. У нас появились копы. Копы, конечно, тоже хорошее дело, но нужно как-то проверить на птиц. И проверить, конечно, на дистанцию. О, сколько птиц-то? Ну-ка, стоим бы. Сколько птичек-то? Короче, мы замедляем время, мы выбираем нужное оружие. Ну, можно даже дробовичком, но снайперская винтовка, наверное, самая дальняя будет. Хорошо, включаем уже обратно. Мы просто это помечаем. Да, помечаются птички. Одна, вторая, третья. Давай же помечайся. Окейшки не хочет, видимо, слишком далеко. Нет, помечается. Так, ну хорошо, три птички, нажимаем Е. И наши птички падают вниз. О, реально падает? А вот ребята приехали. Так, ребят, тоже можно пометить. Одного, где второй? Куда второй делся? О, второй готов. Ребята, держите. Даже звука не было. Хорошо, видно, все-таки у нас мод маленько ключкованный. Но это очень старый мод, и он реально еще работает. Это, конечно, очень редкость. Ребята. Ох, красотень. Слушайте, реально отстреливает. Там еще один коп остался. Можно даже использовать РПГшку. Ну-ка посмотрим. У нас есть Тингер, у нас нужно РПГшки. Ох, салютики. Ну-ка посмотрим, как будем салютиком. Мне нужно побольше копов и побольше уже... А где наши птички? Ох, есть птичка. А она не помечается. Не пометилась, ну-ка полетела. Полетел снаряд, он взрывается, и птица как-то замерла в воздухе. Ну-ка, давай еще раз попробуем. Помечается? Нет. Да, помечается. Мертвая птица, она помечается. И падает уже вниз. Походу, какая-то утка. Ну-ка, пойдем посмотрим. У нас реально уже какие-то утки-перестрелки. Ох, вертушка. А вот эта тема хорошая, кстати. Я не вижу пометки. Ну, хорошо, нажимаем. И, в принципе, ух, о, всех троих убил. И уже вертушка падает вниз. Что-то еще падает, какая-то птичка. Хорошо, ребята, какой взрыв шикарный. Слушайте, реально, мод очень круто. И, конечно, полицейский перестрелка, это будет идеально. Когда уже перестрелка будет 200 на одного, это будет просто супер. Можно, кстати, на вышку залезть. На вышку отстреливать копа прямо отсюда. Ух, у нас есть, о, сколько птичек. Ну-ка, замедляем уже время. Птица медленно поднимается, мы очень быстро все это дело помечаем. Тут еще две птички. 5 штучек. Интересно, а сколько максимально может взять этот мод? Можно издалеке где-нибудь? Нет, слишком далеко, нужно целиться очень точно. Можно даже и самолет попробовать. Ну-ка попробуем. Нажимаем Е. Какие-то крики еще. Ребята пришли. Некоторые птицы зависли, вижу. И, в принципе, все. Хорошо, поднимаемся наверх. У нас уже вышка. Ребят, сколько у нас тут? И как раз можно проверить. Ну-ка, посчитаем, друзья. Два у нас, три, четвертый, пятый я вижу. И больше никого не вижу. Можно еще вертушку пометить. О, ребята спускаются. Хорошо, нажимаем букву Е и всех отстреливаем. Как же все быстро происходит и даже не видно, где именно убивает. Все, ребята, у нас вертушка даже есть. Это круто. Там чувак еще остался. Давай гасим его. Так, одного, второго. Походу мертвый. Нет, остался еще один. Мы уже сами убьем его. Интересно, можно помечать трупов? Ну-ка, нажимаем Е. И можно также, кстати, эту функцию убрать. Нажимаем опять X и нет, не убирается. Даже на труп можно нацелиться. Это довольно прикольно. Реально может на труп прицелиться. Сколько крови-то? Хорошо, уже поехали отсюда. Ух, жесть. Ну хорошо, берем, наверное... Ох, у нас уже есть миниганчик. Ну-ка, посмотрим, друзья. Уже прыгаем вниз. Не очень удачно. И посмотрим, как миниганом будет. Это будет мясо, наверное. Сейчас пометим. Одного, второго, где наш второй? Не вижу. Сколько копов? Я не вижу. Ох, ребята, еще. Ну что, держи парочку свинтов. Ух ты, жесть. Слушай, реально круто.
Хо-хо-хо, это довольно крутой мод, конечно. И полицейский патруль будет, и полицейские погони будут реально крутые. Хорошо, если еще ребята, может, конечно, поцелиться. Я все-таки хочу проверить еще на военной базе. Ох, есть вертушка. Ну-ка, ребята. Вертушка у нас не помечается, но она помечается как бы визуально. То есть пометку эту не видно. О, готово. И ребята уже падают вниз. Ну-ка, замедляем время. Вертушка нужна на нас. Какой прекрасный денек, такое солнце чистое, чистое небо уже, и вертушка прям в нашу сторону падает. Как все замедляется-то. Хорошо, уже вернем обратно, прям в нашу сторону. Ну-ка, прыгай, Франк, в другую сторону. Берем оружие, слушай, прям на нас уже. Сейчас будет большой бабах. Какой селфи получилось, крутое. Хорошо, ребята, что у нас есть, можно даже вручную уже перестрелять. А вот уже как маленько уже навыки разучились. Все-таки прокатимся, наверное, чуть дальше, посмотрим, что у нас есть. Все-таки хочу попробовать поезд. Ну-ка, поехали к поезду. Сколько у нас тут? 4 звезды. Скоро приедут танки. И как раз хочу проверить на танках. Это тоже, думаю, интересно будет же. Так, подойдем к поезду. Он у нас очень быстро ездит. Интересно, а как же будет... Ох, то, что нужно. Ну-ка, выходим. Как же быстро промчался дверь у нас. А ну-ка, на поезд. Ох, друзья, мы на поезде. Интересно, а какая у него скорость? Я все-таки не смог проверить, потому что Франклин очень медленно тут бегает. То есть не могу прыгнуть даже? Нет, спокойно все сможем. Ох, да, вот что я и боялся. Мы уже приплюснулись к поезду. Ну-ка, давай-ка вставай. Вот в чем проблемка с поездом. Скорость у нас реально очень дикая, и он даже встать не сможет. Эх, печалька. Слушай, я реально хотел по поезду попробовать, но походу не получилось. Как его колбасить-то? Можно было даже здесь... О, встал, все спокойно. Хорошо, давай попробуем отсюда уже. В принципе, можно пометить. Отметку, по идее, не видно, но он все-таки... Он все-таки убил кого-то. Там получается всего лишь один. Нет, кого-то еще убил. А, видимо, в труп попадает. Слушай, мы уезжаем куда-то уже в пределах города. Я хотел в город поехать. Наш путешествие продолжается уже кверх ногами, друзья. Довольно забавно получилось, Франклин, конечно, это. Так, включаем ускорение. Ух, как нас несет, друзья. Это реально круто получается. У нас получается замедление времени. И нас просто колбасит не по-детски. Приплюснуло как-то даже. Хорошо уже. Ох, опустился. Самое главное, что отпустил нас. Хорошо, все-таки можно попробовать и еще как на поезде сделать. И, походу, все-таки у нас водитель у нас мертвый. Да, он не хочет целиться больше. Хорошо, уже можно попробовать даже снайперскую винтовочку. Мы замедляем время это дело. И можно даже прицелиться кого-нибудь и просто отсюда вынести кого-нибудь реально. Это довольно быстро будет и болезненно. Мы нажимаем уже выстрел. Выстрел, и он мертвый. Только мы этого не знаем. Хорошо, прокатимся вокруг горы уже и посмотрим, что у нас есть. Можно даже попробовать на поезд. Ну-ка, пробуем на поезд забраться. Давай-ка выше. Окей, Юшкин забрался выше. Можно даже и на поезд, прям сверху. Ну, нужно аккуратно быть на поворотах. Ох, мы наверху. Ну-ка, посмотрим, друзья, что может получиться. У нас есть машинка, у нас есть цель. Мы ее помечаем и выстреливаем. Ну-ка, давай, выстрел. Выстрел есть. И, походу, машинку просто в маленькую сторону уносит. Ну-ка, убираем. Ну-ка, промчали. Да, видно, что машина улетела просто в кувет. Ха-ха. О, сколько у нас птичек. Ну-ка, пробуем птичку одну подбить. Подстрелить. Хорошо, у нас очень большая скорость на поезде. Мы уже проедем вокруг горы, обидим. И все-таки хочу поехать в аэропорт. Ну-ка, сможем прыгнуть? Ох, шикардосик такой, такая дикая скорость. И смогли перепрыгнуть. Ну-ка, у нас есть прямой участок, попробуем. Ух, нормально, мы уже реально впереди поезда. Это, друзья, реально круто. Ну, скорость поезда просто, ух, ох, как промчалось-то. Просто нашей головой. Хорошо, можно еще в кого-нибудь попасть. Как у... Куда делался, слушай. Кто у нас на примете? У нас очень много, конечно, целей, и очень долго, конечно, это быстро все происходит. Нет, не пометим. Хорошо, мы уже практически проехали вокруг. Да, вон там мы начинали. И уже вокруг объехали. Буквально прошло, буквально какие-то 2 минуты, наверное. Ну, максимально, максимум 3 минуты. И уже будем высаживаться. А может, кстати, прямо в город отправиться? Ох, машинка. Прямо возле нее. Хороший выстрел, и уже мертвый у нас. Да, водитель уже мертвый. Я вроде ставил у нас длинные поезда. Да, вот бывают длинные поезда, бывают короткие поезда. Ролик я уже делал, конечно, если вы смотрели. Так, ну хорошо, мы можем отправиться в город, уже высадиться там и уже посмотреть, что у нас получится. Я хочу сделать очень много, конечно, персов и посмотреть, сколько максимально можно. Ох, у нас мост довольно опасно. Ох, промчались. И нас все-таки снесло, друзья. Да, нас снесло. Хорошо, мы живы, все в порядке. Все в порядке, все, все руки целы. Хорошо, найдем уже тачку. Тут довольно много птичек. Ну-ка посмотрим, что у нас с птичками еще. Можно даже... Это уже какой-то сезон охоты начинается. Так, нажимаем X, у нас определилась цель. Можно даже пройтись чуток. У нас, по идее, цель пометилась, и уже куда она бы не уделась, она уже будет мертвая. Да что ж такое-то? Давай поднимайся выше. У нас тут никого нету просто, а он вижу шоссе. Хорошо, можно еще парочку целей и нажать уже M, кого-нибудь подстрелить. Так, у нас вторая птичка. Слишком далеко, походу.
походу и все. Да, вот так проходит скрипт, уже слишком далеко цель ушла, и вот проходит цель. Ох, у нас есть зайчишка. Не, зайчишку трогать не будем. Зайчишка у нас беспомощная. А вот копам, кстати, помочь можно. А, это копы прям за мной. А кого я убил? Я вроде никого не убивал. А хотя нет, было дело. Да, дело было. Одного и второго. Ну, шикардосик, берем уже машинку. У нас бэха. Поехали на бэхе прокатимся. Давай прокатимся на бэхе. Можем даже маленькую дверь снести. Одну, вторую дверь. У нас уже BMW без дверей. Это то, что нужно. Так более просторнее будет. И довольно свежо. Ох, ребята уже стоят. Хорошо, а как у нас работает, кстати, в машинке? Ну-ка, уже берем узишку, мы уже замедляем время, потому что очень много времени есть. О, прицелиться. У нас реально помечается. И убивается. О, слушайте, реально, друзья, это убивается. Только машина почему-то останавливается. Ну-ка, секундочку, еще раз попробую. Поезд уже поехал в другую сторону. Это, походу, другой поезд. Хорошо, у нас есть еще одна машинка, ее помечаем. Да, у нас водитель убивает, но машина почему-то останавливается. В полицейских погонях такого уже нельзя сделать, потому что это довольно не найс смотрится. Если разработчик бы доработал маленький мод... Ох, нас уже преследуют. Ну-ка, одного, второго. Слишком второй далеко. А нет, пометился, нажимаем Е. И куда-то мы даже подлетели. Подлетели, пролетели чуток. И уже убили все-таки одного почему-то. Я вроде двоих помечал. Ну-ка, давай еще разок. Походу, там был напарник. Все, уехал в сторону, и он мертв. О, уже вижу, бампера нет. Какая у нас включенная БХ. Ноги видны даже. Хорошо, нужно уже отправляться в город. Мы уже отправимся в город. У нас уже 3 звезды. А мне нужно все-таки танки. Ну-ка, друзья, все-таки сделаем, наверное, побольше звезд сразу же. Это дело, конечно, долго будет. Поднимаем звезды и смотрим на карту, уже ищем танки. Мне нужно проверить на танки, конечно, военную базу я уже не отправлюсь. Мы уже не в той стороне находимся. А вот в аэропорт все-таки можно и отправиться, посмотреть, как у нас получится с самолетами. Там, где у нас самолет приземляется, можно как раз и проверить. Где у нас танки? Я все вижу копов. Танки довольно редкость, но они появляются все-таки. Ох, танк, друзья. Ох, спокойно. Хо-хо. Русский танк. Ну что, нужно выходить уже и разбираться. Слушайте, он довольно метко стреляет. Ну-ка, выпрыгивай. Не сможет выпрыгивать при такой скорости. Машины какие-то полетели в сторону. Хорошо, я вижу, танк у нас есть. И на него целимся. Так, я вроде нацелился. Гасим его. Оп, готов, походу. Ищу водителя. Танк готов, друзья, и можно сесть в танчик. Ух, это реально круто. Да, может даже... Кто мне все гасит? А если мы взять пулеметик? Ну-ка, посмотрим, у нас пулемет есть. У нас есть пулемет, и гасим. Слушайте, реально такая очередь. Это довольно круто смотрится. Очереди. Можно взять даже и дробовичок. А вот дробовичок тоже будет. А какая дистанция, интересно. Вот на такую дистанцию дробовичок у нас, по идее, не берет. Ну-ка, чувак, уменьшайся. Окей. Один труп, второй труп. Все-таки у нас скрипт убивает преступника, где бы он ни был. Любого перса. Так, помечаем и отстреливаем. Нет, он остался живой. Но вертушка все-таки упала. Это то, что нужно как раз. Довольно зрелищно смотрится. А куда наш танк делся? Я хотел сесть в танк, прокатиться чуток в танке уже. Хорошо, вижу очень много копов. Мы замедляем время. Просто реально идеально замедлять время, помечать игроков. Сколько у нас тут персов-то? Так, вижу, троих пометил. Троих, вон там четвертый будет еще. О, вижу пятого или шестого уже. Сколько? Седьмой, восьмой, какая разница? Гасим всех, нажимаем просто ЕМ. Уже убираем. И просто всех гасит. И все мертвые будут. Потому что такая большая дистанция, и дробовичок у нас просто убивает. Просто в хлам. Ну, довольно прикольно. Хорошо, у нас есть еще... А как, кстати, у нас шокер будет? У нас есть шокер полицейских патрулей. Так что нужно посмотреть, как шокер. Помечаем. И все-таки не хочет отстреливать, походу. Ну-ка, еще разок. Видимо, все-таки не хочет. Нет, все-таки поближе подойдем уже. Шокер все-таки это ближний бой. И нужна цель. Так, цель не вижу. Цели не вижу на карте. А, вон вижу, вижу, ребята. Сколько у нас трупов-то? Сколько? Ох, есть ребята. Эх, не помечается все-таки. Слишком далеко. Может, еще ближе подойдем? Еще ближе, хотя... О, помечается. Оп, это дело работает. Хо-хо, бросил оружие и, походу, уже обезвреженный. Да, полицейский патруль будет реально крутой. Он почему-то мертвый. Какой-то недотруга. Хорошо, сколько у нас еще? Ребята, слишком далеко. Нужно попробовать хотя бы 2 или 3 цели, потому что бывает преступников очень много, и я просто не справляюсь. Ну-ка, ребята, ну-ка. Одного хочу, второго. Вот, к примеру, вот такая дистанция. Мы уже помечаем. Одного, второго и третьего. И все просто шокером бьет, и все не мертвые, что ли? Они реально просто мертвые. Ну, довольно не найс. Хорошо, прокатимся уже на другой машинке. Ох, у нас тут Поршик есть. Поршик, который уже приплюснулся, видимо, танк проехал. А где наши танки, куда и делись? Хорошо, что у нас есть гранаты. Ну-ка, секундочку. А если с помощью гранат? Ох, одного, второго. А дистанция какая у нас интересная? Дистанция, походу, все-таки близко. Пометился. Е нажимаем. И что у нас происходит-то? Ребята просто упали и все. Без взрыва, без боли и все. Без крови самое главное. Так, поехали чуть дальше. Сколько-то крови-то у нас уже. Прокатимся уже дальше. У нас есть что есть? У нас есть С4, но это обычный гранат.
Ну, что-то рвануло все-таки. Хорошо, политический разворот, и поедем уже в город. У нас нужно попробовать, сколько у нас персов максимально можно подстрелить. Танки... Танками проверили. Ух ты, идеально смотрится. Ну-ка, включаем уже замедление, выбираем нужное оружие. Секунду, врезался прям, неудачно, удачно, и уже просто отстреливаем. Вот это просто же экшен. Кто-то мне реально помешал там такой экшен устроить. Хорошо, быстро разворот. Ого, сколько тут ребятишек. А как у нас будет все это делать с РПГ работать? Сейчас чуток отъедем и уже разберемся. Слушайте, люди, можно просто выйти. Там, походу, танк у нас еще. Ого, шмальнул как. Вот это реально шмальнул. Сейчас будет повернул и нам просто хана уже. Ну, мы, конечно, бессмертные, просто выходим. Слушайте, нужно пробовать с РПГшки. Хорошо, уже берем РПГ. Где наши РПГ? Какие-то взрывы еще. Танк реально безбашенный. К нашему РПГ, секундочку. Замедляем время, всех помечаем. Одного, второго, ну максимально. А какая разница, у нас же РПГ. Так, у нас чуваки еще, пускай еще в машинку. Интересно, как будем перезаряжать РПГшку. Хорошо, нажимаем Е уже и отстреливаем. Ух да, одного, второго, третьего. Видимо, просто скип проходит. И он просто гасит, заряжает. Ну, ребятам повезло, видимо, машины были. О, нет, не повезло. Какие-то взрывы еще. Еще танк приехал, что? Я вижу на отметке. О, танк есть. И он, походу, рванул уже. Ух ты, мясо какое. Это просто жесть. Чувак, что с тобой? Давай теперь с тобой его отбросил, как его. Слушайте, очень много танков приехало. Хорошо, берем уже калашников и с помощью автомата уничтожим танки наши. Одного, второго, еще третий приехал, что ли? Да, они просто загудели и все. Какого черта его приплюснул просто. Да, танки все разрушены, уже нужно двигаться отсюда. Слушайте, еще два танка приехало. Полицейских погонник такого не было. Экшена. Хо-хо. Еще один мертвый танчик, и нужно забрать танк и уже отправиться куда-нибудь подальше. Хорошо, садимся, а он прям в задницу стреляет. Братан, давай не нужно. Все, он тоже мертвый. И поехал куда-то. Прям по танк легли. Хо-хо. Давай, вставай, Франклин. Там еще танки едут. Там позади еще танки, гасим тоже их. Слушайте, довольно много танков, что-то. Как дуло-то развернуло там в другую сторону. Так, стоям там. О, что это было сейчас? Походу какой-то паркурчик. Так, хорошо, еще там. Да что ж такое? Сколько у вас танков там? Бесконечное количество. Давай уже быстренько садимся и погнали на танке. Хочу прокатиться. О, как-то интересно сел. А, это трупник. Хорошо, поехали в горы. Поехали в горы, прокатимся в горы. А как у нас из танка? У нас танковая пушка и все. А ну, помечайте. Не, к сожалению, не смогу. Да, он не помечает. На танке у нас, к сожалению, не помечает. Ты ко мне еще. Ко мне, вижу, еще танки прямо в мою сторону едут. Ну-ка, давайте прокатимся уже. Танк на танк разберемся. Ух, да. Хо-хо, какие взрывы эпичные. Еще Порш перед нами. Давай еще один выстрел. Походу, танк уже будет хана. Прям в задницу его. Вот это уже танковые баталии получается. Хорошо, у нас танковые баталии продолжаются. Нам нужно все-таки проверить еще. А ну-ка, иди сюда. Все-таки мы ребят уберем и продолжим уже с помощью других ребятишек. Ну, ребята, привет. Нет, нужно по-другому убрать. Просто уберем их и все. Пускай ребята уже отдыхают. Можно выбрать местечко где-нибудь хорошее и респануть парочку ребятишек. Ну-ка, секундочку. Можно просто пролететь это дело, чтобы далеко не лететь. Ух, тут слишком погода изменилась. Секундочку, погодку мы, конечно, изменим. Ох, идеальное местечко. Ну-ка, друзья, давайте посмотрим, как у нас получится уничтожить сколько персонажей. Так, мы уже включаем персонаж. Нам нужно всего лишь один персонажик и его, наверное, клонировать. Так, секундочку, вот так клонируем. Клонируем, у нас получается 13, 14, 20 уже, 25, ну довольно много, 30, пускай будет 30. Ух, сколько ребятишек появилось-то. Хорошо, появляемся на земельку. Ребята, вы готовы умереть? Ради уже ролика. Что с тобой, Франклин, как тебе жестко досталось. Хорошо, друзья, что нужно выбрать? Я даже не знаю, что выбрать такого интересного. Ну, можно... О, бронебойный, ну-ка, секундочку. Давайте пометим, у нас получается 30 персонажей, и все это дело можно пометить. Ну-ка, по порядочку, прям по порядку 30 персонажей. Мы же просто всех будем гасить. Ух, да. О, ребята, испугались, нажимаем Е. Сколько крови-то? Они просто реально испугались, и все бегут. Пускай бегут, ребята, они уже все равно мертвые. Куда бы ни убежали, они реально будут мертвые. Реально, ничего не зависает и просто идеально работает этот мод. Скрип, друзья, ну довольно интересно. Ну у нас все мертвые, надеюсь, будет. Вижу, еще один бежит. Все, друзья, походу все мертвые. О, да, ребята маленько испугались, разбежались. Сколько у нас крови-то, это просто реально месиво какое-то. Ух ты, жесть. Нет, минута молчания, конечно же. Хорошо, прокатимся на мотике, можно проверить на мотике. Можем маленько даже подрифтовать здесь, уже прям в крови. Уже в крови подрифтуем. Хорошо, прокатимся, какой-то уже сегодня у нас просто плюс 16, плюс 18, даже не знаю. Ух, сколько трупов-то, 30 персонажей, ну очень долго убивал, конечно.
Да, мы это проверили, у нас максимально 30, даже не максимально, это можно хоть сколько по ходу. И поехали в аэропорт, посмотрим, что в аэропорту у нас будет довольно интересно. Но по ходу дела, конечно, можно же... О, у нас тут есть поезд. Ну-ка, секундочку, а в какую сторону поедет? О, поезд уже промчался, интересно, какая у него скорость? Мне чертовски очень интересно, но по ходу все-таки мы не догоним. В принципе, можно пробовать его догнать уже с помощью скрипта, конечно же. А увеличить скорость, и это дело уберем. Ну-ка, давай-ка увеличим скорость, сколько уже у нас? 280, 340, ну, я не знаю, даже не сможем догнать. 400 уже едет, реально 400 уже зашкаливает. Правый спидометр у меня зашкаливает, мы все-таки догнали его, друзья. 400 километров, не знаю, ну, километров 300 он точно едет. А практически в ноздрю, но 250, может быть, едет. 270. Это просто дикая скорость. Мы сейчас и подлетим, ну как. Теперь реально просто подлетели. Да, с поезда можно реально просто угорать по-черному. Смотрю, в ролике ребята ставят на поезд что угодно, его пытаются взорвать, а я буду, друзья, по-другому все делать. Ну, конечно, сюрприз будет, может так быстро доедем, может впереди поезда. Мы впереди поезда, и можно просто взять и убить этого... Где у нас? Не вижу его. Я не вижу нашего пассажира этого. Нажимаем Е, и мы просто его уничтожили. Хорошо, увеличиваем скорость. Все, друзья, происходит в замедленном действии, потому что эта скорость реально дикая просто. Я могу убрать и просто... Ух, реально очень большая скорость. 250 промчался прямо возле нас. Можно даже маленько поднять передок и маленько... Вот так, скриптом, ух! Ну, было просто суперски, но все-таки стоп нам помешал. Хорошо, падаем вниз уже. Это просто экшен был. Как же прилетели, поезд красиво бы. Хорошо, а где наш мотик? Мотик нужно таки вернуть и поедем уже в аэропорт. Уже заедем, наверное, куда-нибудь в оживленное место и устроим там беспорядки. Какой черт тут стол помешал нам? А было просто идеально. Либо пролетели, либо прямо на поезд упали. Так, давай-ка вот так. И ребята спокойно врезались все-таки. У нас скоро уже ночка будет, до ночки нужно, конечно, все это дело сделать. Давай быстро уже поехали уже в центр города, еще и в аэропорт отправиться. А можно передок поднять уже? Так, передок поднять, ух, о-о-о, это просто суперски было. Хорошо, прокатимся уже в город, друзья, посмотрим, что у нас в городе есть. И нужно, наверное, в центр города. Хорошо, мы дымаем передок и вперед полетели, вот так гораздо быстрее будет. Передок маленько выше, ух, нам нужно, наверное, вправую. А, вон, вижу маленько вправую. Все, окейшки, довольно очень сложно управлять так. Но все-таки возможно. Возможно, конечно же. Прокатимся. Вот, как раз сюда. Где у нас баннер на 10к. Все спокойно. Вот, вижу. Вижу, окейшки, 10к вижу. И прыгаем прямо в центр. Это будет зрелище. Давай, парашют раскрываем, Франклин. Какой красивый закат, друзья. Да, графика обновилась и реально очень нравится. Ночь, день, все это реально супер. И главное, что не зависает. Это очень радует, конечно же. Эх, наш баннер 10к. Можем здесь устроить перестрелку уже. А ну-ка, давай-ка прямо в баннер, мордашкой. Сделаем уже кровавую лепешку прям на 10к. Ну-ка, давай ниже. Ниже, еще ниже. Ух, да, ну-ка, поцелуем еще. Да, смачно получилось. Их бедный Франк, сколько сегодня костей переломали. Так, мы уже без копов. Мы уже здесь. И давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть, ух, сколько ребятишек-то. Сейчас мы всех убьем. Будет много крови, много... А у нас что еще? Что, друзья, мы еще не пробовали? Автоматы пробовали, снайперские винтовки. А, можно даже... Ну-ка, топориком. Ну-ка, секундочку, а топорик получится? Я даже не знаю. Подходим поближе. Подходим, нажимаем X. О, испугалась. Нет, не хочет топориком, у нас получается только оружие. Ну, давайте возьмем дробовичок. Мне дробовичок очень понравился. У нас есть винтовочка. Вот такая винтовка есть еще. О, ребята, спокойно, всем спокойно. Нужно побольше народу. Все. Сколько сразу? Троих убили или двоих сразу же одним выстрелом? Ну, все, конечно, мы не пометили. Ребята просто разбежались. Еще раз выстрел, видимо, в трупа. О, как он дернулся-то. Ух, сколько крови. Все, теперь это наша. Теперь это наша месечка будет. Да, довольно прикольно получается. Что-то кофе, какое-то оружие даже. Чье-то оружие потерял. Из какого места выпало? А, вот вижу персонаж наш. Он бросил оружие и вбегал, ушел. Хорошо, берем машинку и поехали в аэропорт. Нам нужно еще попробовать в аэропорту что-то сделать. Довольно интересно получилось. У нас реально мод очень интересный. Ну-ка, чувак, дай-ка свою тачку. Мне нужна реально прокачанная. Да, я очень много тачек убрал уже прокачанных, которые... Ух, у нас есть мотик. Потому что из-за машин GTA-шка очень часто зависает. И поэтому роликов не было по GTA. Чувак, ну-ка... Он мне реально палец показал? Хо-хо, просто в мясо. Ну-ка, давайте возьму мотик уже. Можно даже что-то здесь и попробовать сделать. Хоть и нет. Поехали дальше. Здесь слишком кипишно. Слишком кипишно как-то. Ох, сколько тут народу. Можно даже... А, у нас есть, по идее, гранаты. У нас... Ох, у нас даже обрез есть. Ну-ка, обрезом уже. Посмотрим, сколько ребятишек пометим. И загасим. Скорая помощь. Скорую помощь тоже пометим.
у нас просто трупняк и все, да, без выстрела и все подобное. Нет, это, конечно, мод нужно использовать только пешком. Видимо, в транспортном средстве разработчик не доработал. Но довольно все равно интересный модик. И, конечно, будем использовать. Хорошо, поднимаем уже вверх и полетели уже в аэропорт. И вот таким макаром просто быстренько полетели. У нас уже скоро будет ночка. Нужно пробовать. Ух, друзья, а если пробовать дирижабль? Ну-ка, приземлиться нужно куда-нибудь на крышу дома моего. Дома моего, секунду, нужно прямо вот сюда. А хотя нет. Нет, мне все-таки попробовать нужно. На крышу. Сейчас попробуем. Мы выпрыгиваем, конечно, открываем парашют и все-таки десантируемся прямо на крышу. Дирижабль прямо в нашу сторону летит. Это будет сейчас эпично. Ну-ка, приземляемся. Ух, мне даже идейка появилась, как сделать сценарий полицейскому патрулю. Довольно интересно придумал. Хорошо, все это потом будет, и мы попробуем все-таки вынести вот дирижабль. Нужно подняться чуть выше. Чуть выше поднимемся и посмотрим, что получится из этого. Так, шлем снял, нам нужна снайперская винтовка, потому что снайперская винтовка реально круто. И можно даже иметь скрипт снайперской винтовки, тоже будет довольно интересно. Так, хорошо, мы уже встали, в принципе, ну не видно не будет, как он будет падать. Нужно чуть выше подняться, чтобы было видно, как он будет падать. И реально будет эпичный взрыв. Так, он практически в мою сторону. Окейшки, это самая высокая точка, походу. И отсюда можно вынести уже наш дирижабль. Полицейские погони, ну, чувак, держись. Вроде пометили, хорошо. Он готов и походу все-таки падает вниз, друзья. Это круто. Слушайте, реально падает вниз? Да, я слышу звук. Звук есть, и он будет падать вниз. Их и все. Ох, походу я не увижу, как будет взрыв. Большой бабах я не увижу. Хотя можно спрыгнуть прямо с парашюта. И, друзья, мы все-таки это дело увидим. Мы замедляем время уже. И с помощью... Ох, мы уже прям сюда уже. Переместиться и все. Мы уже внизу. Мы уже внизу, и где-то прямо над нами падает. Даже не вижу, куда он падает. А, он вижу. Ну, хорошо. Большой бабах уже был. Ох, теперь. О, теперь вижу. Окейшки, теперь прокатимся уже, наверное, в аэропорт. Ну-ка, дай-ка. Нам нужен мотик. Нам нужен мотик, чтобы пролететь довольно быстренько. Что-то недовольны? Конечно, недовольны. Сейчас пометим. Один выстрел, и он у нас мертвый. О, уже какие-то кипиш начался. Еще один трупняк. Машина у нас помечается довольно удобно, чтобы она реально показывает. Еще один трупняк, довольно круто вообще получается. Одного, второго, третьего полицейский патруль просто будет бесподобный. Хорошо, что у нас есть. Мне нужно, по идее, мотик уже и добраться до аэропорта. Буквально осталось чуток. Хорошо, он у нас, погоди, секундочку, промчался. Очень быстро промчался, я не успел. Но хотя, даже если убьем, все равно он будет ехать. Ну, он так аккуратно взломал. Хорошо, прокатимся. Поехали уже. А у нас уже реально стемнело, но погоду, конечно, мы изменим. И давайте доберемся до аэропорта. Ну, мотик нет, я все-таки интересно, мотики полетать. А мотики, походу, здесь не будет. Хорошо, сейчас доедем, друзья. Посмотрим, что у нас. Куда нужно поворачивать? Здесь уже реально темно. О, кишки вижу. И, по-моему, здесь. Хорошо, поехали здесь. Я даже не знаю, я обычно еду в другую сторону, и я реально карту знаю в другую сторону. В эту сторону я очень редко катаюсь, поэтому... Ух, ребятишки. Хорошо, мы все-таки пролетим так быстрее будет. Все, мы уже полетели. Проверили уже персонажа довольно много, и мне нужен реально большой самолет. Ну-ка, секундочку, вот прямо сюда мы встанем. Я помню здесь... Ох, он уже приземляется, походу. Нет, нет, показалось. Секунду, приземляемся. Мы уже приземлились, у нас очень темно, и сейчас будет большой бабах. А где наш самолет, кстати, у нас? Ох, а вон приземлился уже. Эх, печальку, нужно было, чтобы он реально приземлялся. Хорошо, мы все-таки, наверное, промотаем время. Возможно, будет денек, и, возможно, он появится. Хотя определенное время, его нужно просто взорвать, друзья. Ну-ка, сейчас мы рванем все это дело. РПГ пока слишком далеко. Ну, попробуем рванет. Он остался живой, походу. Хорошо, подлетим к нему, его все-таки взорвем, и уже он должен появиться новый. Так, приземляемся, приземляемся. Большой бабах. Ух, да, это большой бабах. И ждем, конечно, следующий уже самолет. Но этим делом, конечно, можно что-нибудь взрывать. Ух, у нас есть самолетик. Ну-ка, сейчас выйдем, посмотрим. Я его, кажется, делал уже под свой стиль. И, кажется, вам не показываю, друзья. Вижу, у нас есть пас. Ух, у нас есть другой самолет. Ну-ка, секундочку, давайте подстреляем этот самолет. Это, конечно, не то, что я хотел, но все-таки это дело можно сделать. Все-таки он готов. Хорошо, давай берем уже этот самолетик, выйдем уже на полосу и будем ждать большой самолетик и посмотрим, как получится. Сменить, сохранить транспортное средство. Зачем мне сохранять? Давай-ка все-таки просто выйдем и встанем уже в позицию. А крылья у нас, походу, складываются. Ну-ка, о, у нас крылья реально складываются. Такое довольно круто. Хорошо, давай набирай скорость. Он набирает скорость, все, крупняк. Слушайте, реально такой
Можно сделать полицейский патруль уже на самолете. Да, друзья, вы просили, я все это читаю. И можно даже... давай-ка, наверное, выпрыгиваем. Оп, хо-хо. Выпрыгнули, какой-то взрыв произошел, еще образов в смятку. Что произошло, даже не знаю. Хорошо, позиция нужная. Что-то недовольно. Позиция очень нужна, и, в принципе, мы ждем... Ух, есть транспортное средство. Пока мы ждем, можно, конечно, парочку подстрелить. Секундочку. Нет, не вижу. У чувака, конечно, можно вынести. Помечаем. Вижу отметку, она прям по центру идет. Видимо, транспортное средство. Хорошо, и чувак у нас уже мертвый. Чувак мертвый, и все, в принципе. Больше тут у нас никого нет. О, у нас есть вертушка. Ну-ка, секундочку, посмотрим, как это с вертушка. Ну, с вертушкой мы уже, конечно, пробовали. Так, вроде пометил. Дистанция очень большая и реально круто. И все, вертушка наша падает. Ух ты, да. Самолета нет, вертушка падает и куда-то неизвестно. Где наш самолет? Нереально, нужен самолет уже проверить на самолетике. А есть какие у нас люди здесь? Ух, сколько ребятишек-то у нас. Ребятишки у нас есть, конечно, их мы пометим и просто подстрелим. Только троих вижу. Да, здесь только трое. Хорошо, нажимаем Е. Да, бывает, что пропускает маленькие звуки, но все равно это дело он убивает. Ох, у нас есть большой самолет, уже в воздухе. Ну-ка, секунду, нужно как раз попробовать. Это то, что я хотел. Поближе еще. Да что ж такое-то? Самолета нет, все спокойно. Давай-ка, нажимаем уже X, помечаем. И... Нет, походу, слишком далеко, большая дистанция все-таки. Либо это просто невозможно. Ну-ка, давай-ка еще вот это попробуем. Вот это слишком далеко, все равно. Но делает, конечно, я нажимаю. Ну, секунду. Нет, все-таки не получается. Где наш самолет? Мне нужен реально самолет уже. И попробовать уже его. Приземляется. Ну что же, целимся в него прям и уже выносим пилота. Это будет зрелище. Уже раз 20 нажал уже X и нажимаем E. Один выстрел, и пилота уже нету. И он просто падает в нашу сторону. Это будет экшен. Оу, какой взрыв довольно эпично смотрится. И походу в нашу сторону падает. Давай маленько в сторону уже. Я маленько обновил винтовочку. У нас получается от драга до винтовка. И их просто уже в нашу сторону реально. Замедляем время. Слушай, какой экшен. Просто колесо в нашу сторону. Оу, сбивает. Нам, конечно, по барабану. Колеса уже, сколько у него колес-то. И уже просто под самолетом пролетает. Это была жесть, друзья. Да, можно даже было избить самолетик, и это дело мы сделали. Ну что, друзья, если вам все понравилось, пишите в комментариях, и мы увидимся в других роликах. А с вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока.